увлекательное спортивное состязание, в основу которого заложена команда образования. И сегодня здесь 18 команд из разных подразделений нашего ядерного центра. Праздник силы, ловкости и духа при поддержке комиссии по работе с молодежью правком Арфиацмеев прошел в 10-й раз. 250 участников собрались на территории детского оздоровительного лагеря имени Гайдара, чтобы насладиться спортивным соревнованием. К юбилейному осеннему марафону готовились особенно тщательно. Организаторы подготовили для сотрудников много сюрпризов. Водные аттракционы, праздничный салют, огромные деревянные кубики Никитина, которые создавались руками молодежной комиссии. 10-й юбилейный мы действительно решили сделать праздничным и красивым. Была зарядка со звездой, о которой мы очень долгие годы мечтали, и в этом году она у нас получилась. Были фейерверки, был исполнен очередной раз наш гимн. И много сегодня действительно больше, чем когда бы то ни было команд. Хочу сказать, что в 2009 году мы начинали с 5 команд, а в этом году у нас 18 команд. Хотя при расчете нашем считается, что больше 16 команд осенний марафон принять не может. Но даже здесь мы нарушили правила. После торжественного открытия капитаны получили маршрутные карты. Марафон традиционно прошел в 2 этапа. На игровых точках команды соревновались в беге, отжиманиях, прыжках и плавании. Далее молодых специалистов ждал командообразующий квест. Традиционное завершение вечера, творческие номера и награждение победителей. Вовлечение в спорт, развитие креативности и сплочение коллектива – главные задачи марафона. С каждым разом желающих попасть на осенний марафон все больше. Гостями юбилейного слета стали представители ОКБМ имени Африкантова. Команда из Нижнего Новгорода участвовала в марафоне 2 года назад и увезла с собой массу положительных эмоций. У нас идет команда образования непосредственно своей команды, которая у нас представители от предприятия. Вот. И когда мы соревнуемся, проходя данные этапы, мы не соревнуемся друг с дружкой. У нас идет как бы просто... веселье. Вот, мы заряжаемся просто эмоциями. Ежегодно сотрудники атомной промышленности показывают слаженную работу и выносливость в различных испытаниях. Несмотря на спортивный азарт и конкуренцию, команды помогали друг другу на всех этапах марафона, делали забавные фотографии и делились впечатлениями. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24.